Привет! Ну, вот и закончился перерыв на сессию и летний отдых. Хочешь не хочешь, пришла пора вновь собирать багаж знаний. Однако, не стоит забывать о веселой студенческой жизни. Ушли на вольные хлеба бывшие пятикурсники, но на смену им пришли первокурсники. Здравствуй, племя молодое и незнакомое! И мы решили повнимательнее присмотреться к ним. Итак, что же думают старшекурсники о своих новоиспеченных собратьях? Я думаю, что они сделали правильный выбор по поводу поступления в наш университет. А, ну просто еще молодые, ходят, улыбаются. Я думаю, через месяц у них поубавится этого веселья, такого улыбки до ушей. Классные пацаны, но мы их на 1 сентября, ой, какое 1 сентября, на первой дискотеке увидим. Классные ребят, познакомился со многими, вообще здорово себя ведут, более-менее год успешный в этом плане. Но много их, кошмар. Дети, а что с них взять? Дети, а что с них взять? Я смотрю и думаю, неужели я такая была? А мне, допустим, более интересно знать, что сами первокурсники о нас и о нашем университете думают. Не уверен, что из этого хоть что-нибудь получится. Уже получилось. Наши первокурснички очень даже смелые и самостоятельные. Вот мы на первом курсе учимся, нам очень нравится, интересно, только немножко скучно. Старшекурсники с нас смеются, мы бегаем, учимся, там хотим заниматься. Вот некоторые говорят, что вы там зря так делаете, можно ходить, прогуливать. А мы посещаем все занятия, нам очень нравится. Только вот у нас есть предложение к вам на больших переменах включать музыку на коридорах. Ну, чтобы там молодежь клубилась, танцевала. Очень классный. Ничего, интерес. А что именно? Ну все. А вот как? Сама жизнь. Просто походить да посмотреть, как говорится, себя показать. А какое первое впечатление обо всем университете? Ну, говорю, что хорошее. Ну. А вот на концерте были 1 сентября? Какое впечатление? Нормально. Что понравилось? Ну все, КВН. Ну как, здорово вообще, интересно, нравится. От имени творческого коллектива студенческой видеостудии «Конспект», от его широкой души и теплого сердца поздравляем тебя, первокурсник, с гордым званием студент ТГУ. Все преподаватели любят, чтобы им красиво улыбались. Всякий раз по-разному. И вновь уделим минутку внимания первокурсникам. Для вас советы бывалых. Наверное, не запускать в долгий ящик. То, что можно сделать, это как раз именно сегодня. И в основном разбираться, потому что тут еще, конечно, зависит от факультета, но вообще-то на всяком факультете сложно учиться, и поэтому... Пускай больше времени уделяют учебе. Гулять тоже нужно, конечно, в меру. Отдыхать нужно правильно. Пускай не спят на первых лекциях, пусть знают, как зовут преподавателей. Еще можно посоветовать. Проще будет, легче тогда. Поначалу ребята расслабляйтесь, потом будет круче. Попроще им быть, я бы посоветовал. Например, в автобусе место уступать. Вообще, классное предложение, рациональное. Активности не только так вот, чтобы учеба была на первом месте, но участвовать в университетской жизни, там, на КВНах различных, конкурсах. Ну что посоветовать? Главное не напрягаться, это главное. Все придет в свое время, и, соответственно, студент – это не только учеба, но еще и отдых. Это главное. Так что держи ухо востро, первокурсник. А мы спешим затушить разгорающийся огонь беспокойства у значительной части студентов, у хакеров. Почему отключили интернет? С этим и другими вопросами мы решили обратиться к проректору по учебной работе Оськину Аркадию Филипповичу. Аркадий Филиппович, почему был отключен интернет? Как вы знаете, Полоцкий госуниверситет является региональным узлом сети Unibail. В начале сентября на центральном узле сети Unibail произошла достаточно серьезная авария. Вышла из строя модемная стойка. Пока эту стойку не починят, интернетов у нас не будет. Когда мы снова сможем пользоваться интернетом? Ну, сейчас модемная стойка получена, осталось ее оплатить и подключить. Я думаю, что до конца сентября, может, до первых чисел октября интернет в университете появится. Каков будет характер пользования интернетом, платный или бесплатный? Характер работы изменится. Мы оставим
два класса аудитории 342 и 347 этого корпуса, а также класса радиотехнического факультета, как классы общего пользования. Из этих классов студенты, аспиранты, магистранты смогут получить доступ к интернету, если будут использовать интернет в учебных целях. Для других использований интернет будет платным. Повысится ли скорость передачи информации? Относительно повышения скорости, мы планируем закупить или получить через наших международных спонсоров 3 спутниковые тарелки, которые мы поставим на старый корпус, на новый корпус и на корпус радиотехнического факультета. Это позволит обеспечить скорость на приеме до 1 гигабита в секунду. Главное, чтобы были знания. Второй день пришел на учебу, но думаю, что ничего, справимся. Кинокомпания «Конспект Пикчерс» совместно с ПГУ «Телевижн» и 3P «Стар» представляет лучший отечественный телесериал «Суперстудент». Часть 5. Голод не тетка. Первокурсник Аркадий Зубрилкин, ответственный чувак. Свою первую стипендию он хочет полностью потратить на книжки и тетрадки. Упс, кажется, закрыто. Хорошо, что старшие товарищи не оставят малыша в беде. Незаметно и схватил Аркадия за очень интимное место, за живот. Ой, как хочется кушать! Да что кушать? Пожрать охота! Пожрать! Бедный Аркадий! Тут ты его и подкараулила коварная третьекурсница Пелагея Быбрина! Ай-яй-яй, Пелагея, Пелагея! Казалось, Аркаше не вырваться из порочных сетей Пелагеи! Но что это? О! О май гад! Это он! Он! Суперстудент! Зубрилкин спасен! Но у суперстудента есть маленький сюрприз! Приятного тебе аппетита, Аркадий! Я уже это не отсюда! Первокурсник, береги стипендию, как зеницу ока, даже если у тебя ее нет. Вау!